очень жаркий был день, не хотелось нам есть. Наступает вечерний час, и на стол толстый кот все пытается влезть. Корм насыплю ему сейчас. Кухонный полумрак свой подарит, приглашая скорее зайти. Холодильник и стол терпеливо нас ждут, мы с котейкой уже в пути. Быстро дверь отворю, котлеты возьму, в миску ловко насыплю я корм. Чай холодный налью, и еду я запью, и не важно, что будет потом. Ночью с котом устроим мы ужин, сытно пожрем. Не будет нам хуже, а утром пойдем и сделаем кучи вместе с котом.